учителям терпение, чтобы ребятишки как бы слушались, уважали. Ну, хорошие зарплаты. Здоровье. А вы потому как... что мои учителя, которые меня учили, они уже все взрослые очень. Поэтому им только здоровье. Терпение и крепких нервов. Прежде всего терпение. Самое главное. Ну и понимающих, послушных учеников. Чтобы к детям как к своим относились. Ну и терпение. Каким ты был школьником в свое время? Наверное, примерным. Шкодил, донимал учителей? Нет, нет. Сидела на последней парте, двойки получала, рисовала на партах. В то время это было популярно. На партах гадости писал. За что ты любишь определенного учителя, либо вот всех учителей? То что они тебе в жизни дали? Ну, как по жизни вообще идти? Как с людьми общаться? Как из ситуации выходить? Спустя, конечно, годы я понимаю, что мне очень много дала моя классная руководительница Зайцева Евдокия Ивановна. Mm-hmm. Большой привет ей, если она слушает и смотрит. А что именно, как она повлияла на вашу жизнь и что через годы вы поняли? Ну, не знаю, как-то научила отстаивать свое мнение, в общем-то. Научила разбираться в людях. Mm-hmm. В общем-то, так как сказать, научила терпению. Неважно, как вы учитесь, главное оставаться человеком.